Всем привет, мы дальше проходим игру Argos на Sanchi. Ой! Как-то не очень удачном моменте я засейвился, ну ладно. Немножко я уже понял, что тут надо делать, ну более-менее. Надо фармить жизнь, которые что-то не падают, перестали падать, или вообще нафиг отсюда выйти. Плати за жизнями к деду. Вот так вот ГМО получить. Круто, да? Ой. Все продумано, все просчитано. Мы идем за жизнью к деду, потом идем туда, куда нам надо. Уже с 8 жизнями, как-то так. Говорите. А не влево ли мне тут пойти? Я уже забыл. Фарм черепах. Это черепахи, правильно? Пустынные. Фармим. Так, я, честно говоря, немного заплутал в том плане, что... Где дед? Как бы вот так, а где дед? Не понял. Ясно. Нам сюда рано. Ну, по сюжету это как бы... Хрен пойми кто, но можно предположить, что какие-то, не знаю, старцы, мудрецы, которые ведут нашего воина к победе над врагами. Наверное. Я не читал ни сюжет, ни прохождение, поэтому... Возможно, это далеко не так. Просто вообще ни разу, не близко. Ну, не близко, значит, не близко. Жизнь остановили, отлично. Идем назад. В самый левый угол нам, да? В самый нижний левый угол нам, кажется, правильно? Блин, надо... А давайте пофармим, что ли, тут, не знаю, чуть-чуть. Вернемся к деду там, все дела, восстановим опять хп. Не? Это же ХПГшка, прокачиваем, прокачиваемся. Кач, фарм.
Спасибо за жизнь. Ну, такой товарная бесплатная, можно сказать. Прикольная. Всегда в Final Fantasy не хватало такой бесплатной товарной, мгновенной. Ну и в других играх. Ой-ой-ой, тут же это дерево, блин, гадское. Ладно, одну жизнь можно потерять. Давайте засейвимся, ну, забыл, какую кнопку сейвиться. Два, кажется. Да. Ну что, просто не бегаю туда-сюда, если я вдруг опять упаду с этой хрени. Она как цепляется немножко своеобразно. Не думаю, что это большой прям чит. Засейвиться на этом месте. На карте мира вообще в RPG-шках сейвиться можно, так что. Чего? Так, нам кажется сюда, да? Вот я не понимаю, почему он там не зацепляется, а падает вниз. Я хрен его знаю. Просто жесть, реально. Ладно, я до сих пор не понял, от чего это зависит, к сожалению. Вот в чем беда. То есть нужно какой-то, то есть в момент нажать кнопку какую-то определенную вот тут, или как? Как вот зацепить это? Жесть. Кто вообще попал в прошлый раз? А, во. Более-менее понял, надо верхом подойти к этому хрени. Где башкой зацепляться. Так, ну ладно, это нам поможет в будущем, а пока что в тайные леса. Ну типа я сохранился, да? Ах ты! А почему ты это? Короче, это... читерство, поэтому я тоже могу. Не понял, цепляться то будешь, братень? О, аж хоть звук исходит, когда он зацепился, ты понимаешь, что он зацепился. Не, ну на карте мира реально ж можно сейвиться. РПГ-ш как чего. Просто, если бы я играл сам, без записи, я бы, ну, я бы сходил, как бы. Назад к этому деду. Пополнил бы опять жизни, вернулся бы сюда, так что. Просто это постоянно делать под запись, ну, с ума сойдете. Не будет это неинтересно, несмотрибельно. А каким хером, извиняюсь, я три жизни ты где потерял вообще? Где вообще три жизни ты потерял? Чё за фигня? Чё за читерство? Игра меня читерит. Я опять с тремя жизнями сюда пришел. Красота. Конечный, блин, фарм. Ёпрасоте. Нет, не сложно. Игра не сложна. Извиняюсь. В общем, вы ничего не видели, так. Начинаем. Сосредоточенно и спокойно. Не, на самом деле игра действительно не сложная. Yeah.
Ну, немножко, немножко не получилось, бывает. Тихо, цепляемся, едем. Да. Вот если бы не эти драконы, или скорость их была бы чуть помедленнее. Вы ничего не видели? Спокойно. Да откуда ж ты появился-то? Ну просто не из ниоткуда мобы появляются. Это, блин, вот это хуже всего. Как нечестно проходит сейвами. Ладно, все, больше не буду. По идее, это, наверное, просто на пофиг пробегается и все. То есть ничего не убивается. Никто. У меня прокачка нужна. Зачем я прыгнул, а? Дурак. Бомбардировщики, блин, недоделанные. Жить бы лучше дали бы, сволочи. Ну, предположим, мы дошли, да? Силу мы оставляем воина, ну, способность на босса. Поэтому. Ой, жизнь. Отлично. Поэтому тут очень аккуратно все делаем. Не знаю, вообще нужно нам потом с деду ходить? В принципе, не обязательно, мне кажется. Он там ничего нам такого не скажет. Хотя, может быть, и надо. Давайте сходим. Да блин, тут сплошные личинки. Аж хоть жизни за них дают. Мы фармим типа жизни, можно сказать. Так оно есть где-то. Оба. А, ну это все правильно, да, все правильно. Что ж за подлоги, да? Начинаются. Вот она, блин, школа ниндзя, блин. Так, главное не сдохнуть вот в этом моменте. О, их можно бить? Отлично. Да. Так. Ну, типа, можно бить. Ждем. Мы без оружия и без прокачки, вообще просто жесть. Ну ладно, я не буду сейв грузить. Может быть, мы тут что-нибудь прокачаем. Блин, не знаю, идти к этому деду или не ходить. То есть смысл есть пока что к нему идти или нет. По идее есть. По идее нету. Ствол, конечно, ствол, не знаю. Наше оружие
прокачанная, жалко очень. Да еб... Вот. Что у нас вообще с этой стороны? Ага. Может быть тут у нас будет... Ага, вот он еще. Ну тогда флафа. Мы нашли, восстанавливал КХП. Вот как полезно иногда в разные стороны бегать. Ну тогда другое дело. Да, в общем, мы на пофиг просто это проходим, говорим с дедом, мы идем туда, восстанавливаем жизнь и идем назад. Ага, я все понял, пошли дальше. Ай! Да, как можно было, ну я... И инстинктивно прыгнул просто, находясь на этой веревке, это делать, естественно, нельзя было. Ну, глупость совершил. Типичную. То есть сначала сходим, потом жизнь не установим, чтобы время не терять. Поехали дальше. Интересно, конечно, сколько эта игра занимает, но в нормальном прохождении времени. А почему так? А второй шарик, что ли, сбивает? Я же не прыгал сейчас. Это интересно. Наверное, минут 30-40. Хоть нет, она в принципе длинная, туда-сюда надо возвращаться. Ну, час от силы. Но я буду проходить ее часов 10, как я говорил уже. Минимум. А почему тут никто не появляется? Я тут фармил бы и хилился. Самое смешное будет, если мне не сейчас к нему нужно будет идти, а потом. После того, как мы босса вольнем. Скорее всего, вот так, ну. Я на всякий случай зайду к нему сейчас. Вдруг там что-то не сключится, если я с ним не поговорю. Увидите, почему там он не сшибается, а сверху сшибает. Это странно очень. Когда мы едем сверху вниз, ничего не происходит. Когда мы едем снизу вверх, он сшибает меня с этой хрени. Странно, но ладно. Бывает. Ах ты, поганец, мелкий. Может засейвиться просто? Пройти это место опять же. Чтобы вас не мучить.
на обратной дороге. Ну все нормально, тут я не падаю. Не сшибай этот шарик. Тут же он, блин, вдруг начинает сшибать. Видите? И каким макаром отсюда вообще уезжать? Ну реально. А чё я назад-то поехал? А я вообще не могу отсюда выехать вниз. Ну-ка. Не могу. О, нормально. Чё, я не знаю, это баг какой-то был или глюк. Чё ты вниз постоянно скидывал, а сейчас вот не скинул. Жесть. Ладно, общаемся, выходим с полными хпшками, идем далее. Нифига себе слотов-то тут. Нулевой, пускай будет. Давайте засейвимся. Так, сейв где? Пойдем далее. Замыть личинки, блин, бегут. А даже атаку не могу повысить себе. Ну что ты будешь делать, а? Могу. Ага, хрен. Пролезть не могу. Через камни, блин, как ты пролезешь? А вот тут, может быть, нет? Тоже нет. Как вот-то вниз попасть бы, блин, с правой стороны. Ну ладно, может быть, потом как-то там попадется. Глистов-то сколько, а? Больше, чем вазики. Тут вверх можно? Да блин, уйдите вы. Ну, в принципе, нафармили. Повышаем оружие себе. О. Улучшаем дальность, может быть, урон небольшой, немного вернее. Сыпящий. Хочу взять. Хотел взять жизнь. Ну, басом не положено. Я так и знал, что жизнь тут потеряю на этой хрени. Так уж бывает. Что там внизу? Блин. Ага. Ну ладно. Это мы могли вот так вот пройти, а не по низу. Ай-ю! Там потом, видимо. Хотя, ладно, так что у нас тут? Понятно все. Устанавливают. Ладно, делаем вид, что типа мы качались, блин. Да ёперный ты бабай.
взяли хп, восстановились и все. И все нормально. Ну, глупо, я понимаю. На боссе надо было это делать. На крайняк. Вставлять. Зато я подтвердил то, что это жизнь восстанавливать. А не что-либо другое. Не могли до этого деда добежать, да? И восстановить бесплатно. Ну да уж. Погоди. Я тут был вверху-то пролом, да? Через который можно подниматься. А давайте еще одну теорию свою проверим. Сейчас, погодите. Ладно, не будем. Да что ты будешь делать-то, ёшкин кот? Слишком много зависит от подлагов этих. И мобы появляются просто бесконечно из... Тихо-тихо. Чё-то там жизнь-то не установил ко мне. О. Ну что, бравый воин? Пойдем мочить босса уже. Ёшкин кот. Повезло. Птицы какие-то, блин, летающие. Ну, привидения, видимо. Все же. Лично проехали без потери жизни. Подвиг с нашей стороны прям. Вот куда это я вышел? А где босс? Я не помню. Не, я хочу босса убить, погодите. Он же внизу был, нет? Точно в пещере. Да, мне кажется. Блин, два дня назад записывали серию прошлую. Что ты будешь делать? Видимо, нет. Видимо, он как раз там, на улице. Эта серия получится длинной, но слишком я тут туплю. Давайте сохранимся так. Сейф. Жизнь, отлично. У нас 9 жизней, ёшкин кот. А не 8. Прокачались. И сколько тут максимум хп можно брать? Докачаться до скольких хп? А, вот как, точно. Блин, совсем забыл. Не хочу пока вниз. Может быть, у нас слева что-то есть. А, вот. Понятно. Мы приезжали поверху, потому что тут была стена. Мы не могли пройти там никак. Не знаю, на боссе, блин, это спецспособность нашу применять. Или, блин, оставить хп устанавливал. Как очки прокачки, не знаю. Спецприемы. Вот эти.
Скорее всего, нам влево, хотя давайте сначала вправо, давайте сначала влево сбегаем. Посмотрим, что тут. Ёшкин кот. Какая-нибудь секретка, возможно. Как далеко прыгать, бегать. Ой-ё. Нельзя сдыхать. Вот о чем я говорил. Ну что ж, давайте на этом, наверное, завершим прохождение серии. Вот это 30 минут уже. Всем большое спасибо, кто смотрел наше нубение. Всем пока-пока. До скорых встреч.